Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях сделать очень эффективную, увлажняющую, питательную и одновременно очищающую маску, состоящую из огурца. Огуречные маски очень хорошо увлажняют кожу. Эта маска подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта эту маску можно делать в утреннее время. Идеально тонизирует кожу и подготавливает лицо к нанесению декоративных косметики. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Маска также очень интенсивно увлажняет и дряблую, увядающую кожу. Маска разглаживает кожу, хорошо увлажняет кожу. Маска, в состав которой входит пищевая сода, дополнительно в момент смывания дает и освежающее, очищающее воздействие. Маска интенсивно увлажняет кожу, выравнивает и шлифует поверхность кожи, улучшает цвет лица, убирает дряблость и шелушение. После применения этой маски обязательно поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите свежий огурец, натрите его на очень мелкой терке. Сок огурца хорошо увлажняет кожу и идеально подходит для ухода за возрастной кожей лица, кожи шеи, кожи зоны декольте. Для сегодняшней маски нам понадобится 1 чайная ложка мякоти огурца. Кстати, огуречную массу вы можете также заморозить в морозильной камере и протирать кожу лица в качестве тонизирующего эффекта. Также вы можете отжать сок огурца и этим составом протирать кожу, что будет давать также очень хороший увлажняющий кожу эффект. Для этой маски, которую я сегодня вам предлагаю сделать, нам понадобится 1 чайная ложка тертого огурца. В огуречную массу нужно добавить обычную соду. Пищевая сода – это наилучший очищающий ингредиент, который вы можете использовать в домашних условиях. Сода отлично очищает кожу, хорошо выравнивает поверхность в момент смывания, шлифует неровности кожи. Также возьмите 1 чайную ложку пищевой соды. Соду возьмите без горки. Затем тщательно смешайте эти компоненты до получения однородной консистенции. Если огурец у вас не такой сочный, как у меня, то количество огуречной массы увеличьте. На этом этапе маска должна иметь вот такую уже приятную консистенцию. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится рисовая мука. Рисовую муку вы можете уже использовать готовую, купленную в магазине. Также вы можете рисовую муку приготовить самостоятельно и использовать для приготовления домашних масок. Рисовую муку возьмите также 1 чайную ложку без горки. И также тщательно смешайте все ингредиенты до получения однородной приятной консистенции. Обязательно соблюдайте порядок добавления ингредиентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Также в момент приготовления домашних масок не торопитесь и тщательно вбивайте все компоненты, так чтобы маска у вас получилась качественная. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится глицерин. Глицерин – это компонент, который способствует удержанию влаги в эпидермисе кожи. Глицерин – это бесцветная маслянистая прозрачная жидкость, без запаха, со слегка сладковатым вкусом. Глицерин удерживает влагу в эпидермисе и усиливает увлажняющее воздействие огурца. Нужно взять 10 капель глицерина. И также тщательно взбейте все компоненты, так чтобы они хорошо вошли во взаимодействие.
следующий компонент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Использовать можно розовое косметическое масло, которое я вам предложила вместе со мной сделать в домашних условиях. Также вы можете использовать масло миндальное, масло виноградных косточек, зародышей пшеницы. Также для сегодняшней маски хорошо подойдет и оливковое масло хорошего качества первого холодного отжима. Нужно взять 10 капель косметического масла. И также тщательно взбейте все компоненты до получения однородной консистенции. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Если вы храните маски в холодильнике, то перед нанесением доведите их до комнатной температуры. Не наносите домашние маски в холодном виде. Слегка их подогрейте на водяной бане. Наносить маску нужно на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Также эту маску наносить нужно на кожу шеи, на кожу зоны декольте, на кожу вокруг глаз аккуратными вбивающими движениями. Наносите все домашние маски по кожно-массажным линиям. Наносить маску нужно одним толстым слоем, держать не менее 20 минут. После истечения этого времени размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана, увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.